И даже в свободный от учебы день эти ребята, не пожалев времени и сил, вышли на уборку. Инициатива в данном случае принадлежала исключительно молодежи БРСМ. Одним из объектов внимания стал памятник воинам 131-го артиллерийского полка, героически погибшим в 41-м. Слева от него еще один объект исторической значимости. Памятник участнику обороны крепости лейтенанту Борису Кузнецову и 11 неизвестным защитникам Брестской крепости. Активисты дружно взялись за дело. Уход в данном случае был крайне необходим. А поскольку БРСМовцы работы не бояться, результата иного ожидать не стоило. В порядок были приведены мемориальные плиты, а также территория вокруг памятников. На этом кипущая деятельность не закончилась. Волонтеры отправились по намеченному маршруту и побывали в других местах. А как иначе, с приходом весны уборка – необходимая мера. Хотелось бы отреставрировать памятники Второй мировой войны, участвовать во всяких мероприятиях БРСМ, помогать. Это первая подобная акция в нашем городе, и молодежь нашего города, Брестская городская организация, совместно с органами исполнительной власти, с органами коммунального хозяйства, занимается благоустройством именно таких мест, знаковых для истории нашего города. В акции принимают участие волонтеры движения «Доброе сердце» Белорусского республиканского союза молодежи, средней школы номер 26 нашего города. Легко откликнулись? Да, наша молодежь слегка на подъем. Программа дальнейшей работы по благоустройству уже разработана. Во внимание были взяты состояние каждого из объектов истории. А для этого активисты БРСМ посещали места захоронений воинов, определяли первостепенные задачи, формировали волонтерские группы. В планах уборка Трижинского кладбища, акватории реки Муховец, территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В том, что эта работа будет осуществлена, сомнений не возникает. Ведь за дело взялись ребята, понимающие и осознающие необходимость и значимость полезного мероприятия.